Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Даржиди, и мы играем в приложение ВКонтакте. Сегодня поиграем в такую игрушку, как битва зомби. Что ж, давайте попробуем, мне кажется, это будет интересно. Так, смотрите, кто-то напал на базу. Так, нажмите на экран для высадки войск. А, вот они, войска. А, ну вот они, зомби. Победили. Поздравляю, атака отражена. Теперь давайте займемся улучшением базы. Хорошо, для ускорения добычи токсина нужно улучшить токсичную вышку. Нажмите на токсичную вышку. Так, улучшить ее за 130 энергии. Так, лучше за 130 энергии, да, давайте. Так, кристаллы помогут завершить улучшение мгновенно. Замечательно. Для хранения... Так, где музыка? Где вообще настройка? Хочу музыку отключить. Так, на склад можно заходить. Так, для хранения добычи токсина нужен склад. Давайте построим его. Дополнительное строительство может развивать базу быстрее. Нажмите на строительство. Строители, так, можно купить, хорошо. Покупаем строители. Теперь вы можете строить или улучшать два здания одновременно. Хорошо, склеп позволит создавать армию и атаковать противника. Давайте построим склеп. Так, я не против, давайте. Так, кристалл помог завершить постройку мгновенно. Зачем мне мгновенно? Мы, в принципе, подождем всего лишь 10 секунд. 3, 2, 1, 0. Так, а для атак нужна армия. Давайте создадим ее. Так, смотрите, прикольно тут чудики всякие. Так, создать армию за 10 зеленых жидкостей. Так, они тоже какое-то время нужно, чтобы они создались. Но можно мгновенно нажать. И они мгновенно появятся. Так, ваша армия готова атаковать вперед. Так, атака. А, вот, чтобы выпустить, я должен нажать. А, я должен на зеленую нажать. Все, мы захватили базу. Круто. Так, 3 звезды получили. Блин, прикольный жанр, мне понравился. Так, домой. Добываемые в бою ресурсы нужно использовать для улучшения ратуши. Давайте улучшим ратушу. Давайте. Хорошо, будут новые постройки. Очень хорошо, но мы еще не познакомились. Да, меня зовут Дарриди. Поздравляем, вы справились со всеми заданиями. Эти задания помогут вам разобраться в игре и получить дополнительную награду. Хорошо, подарок мне дали. Так, ускорение. Прикольно. Ух, наконец-то появились настройки. Музыка. Давайте выключим. Мне нравится без музыки. О, вот сейчас хорошо. Мне все нравится. Сейчас устраивает. Так, это общий чат. Можно поздороваться. Все прикольно сделано. А, не так. Привет. Так, где я отображаюсь, интересно? А, вот наверху. Так, можно закрыть склад. Чат, точнее. Так, смена имени. Через 9 дней можно сменить имя. Так, задание у меня есть. А, сообщество единомышленников. Обращайтесь с такими же игроками, как вы. Узнавайте важные новости, участвуйте в конкурсах, добавляйте в вашем сообществе. Так, вступить в официальную группу. Мне дадут 100 кристаллов и 100 каких-то вкладышей. Хорошо, давайте вступим в группу. Битва зомби, она прикольная. Уже 2 миллиона участников. Окей, можно теперь я забрать свою награду. Так, количество токсина у меня максимально, в принципе. Так, улучшить. Давайте улучшим здание. Улучшить токсичную вышку. Да, хорошо.
Так, давайте это тоже улучшим. Так, улучшить ветрогенератор до второго уровня. Хорошо. Нифига себе, 40 тысяч для улучшения нужно. Улучшить клан холл до второго уровня. Вместительность плюс 5, здоровье плюс 500. Так, ну это потом. Ратушу можно улучшить. Но пока тоже сильно дорого. Так, аккумулятор. Аккумулятор дороговато, пока не будем улучшать. Бочка. Убрать. Можно бочку, но мы не будем с вами брать. Нам надо войско нанять. Тут какие-то новости у нас. Магазин есть. Так, склеп. У нас склеп же был. Можно два склепа сделать. Что, давайте еще один сделаем склеп. А, вот он первый. Так, можно улучшить. И это что нам даст? Нет, давайте пока создадим. Мы пока можем только вот этого. Улучшить склеп до второго уровня. Мы сможем новых с вами персонажей нанимать. Давайте пока этих создадим. В принципе, они быстро создаются. Я думаю, нам стоит напасть. Так, мы справились с заданием. Какие у него еще тут задания есть? Быстрый доступ. Настройте быстрый доступ в своей базе, так гораздо удобней. Кристалл дополнительно нам дадут. Прикольно, давайте. Хотя у меня пока предостаточно кристаллов, 1000 кристаллов, нам это надолго хватит. Но все равно надо позаботиться о будущем. Так, вам необходима армия. Создайте войско солдат. Награды за выполнение. 5 кристаллов и 10 вкладышей. Вкладыши — это, я так понимаю, уровень. Так, количество токсина. Блин, можно заполнить за 5 кристаллов. 100 токсинов. А сколько в нем максимальное количество токсинов, интересно? Если 1000 токсинов. Купить 1000 токсинов, да? Прикольно. Так, теперь можно войско создать. 10 нам надо создать, значит. Давайте десяточку создадим. Тут еще задание есть. Так, построить ветрогенератор. Большее количество энергии позволит вам эффективнее развивать свою базу. Постройте больше ветрогенераторов. Хорошо, давайте построим ветрогенератор. Предлагаю с вами еще улучшить склеп, да? Давайте вот этот улучшим. Мгновенно завершим, окей. Так, и теперь создадим вот этих девушек. Пускай пока создаются. Так, еще очередное здание мы сделали. Отлично. Как быстро токсин кончается у меня. Так, токсин. Токсичная вышка. В принципе, ее можно будет сделать. Так, а теперь ваша задача — увеличить количество токсина. Займитесь строительством токсичных вышек. Еще одну надо сделать, хорошо. Так, установите пушки на базе. Противника будет не просто вас победить. Давайте сделаем пушку. Так, появляются новые задания всякие. Так, вышки-метатели способны поражать наземные и воздушные войска противника. Постройте их для укрепления вашей базы. Хорошо, пускай делается. Я предлагаю напасть. У меня войско накопилось. Так, мы... Первую мы с вами прошли уровень.
Давайте на второй. За это мы получим токсин и энергию. А, вставить я могу только на зеленые. А, выберите войско. Так, давайте обойдем сзади. Всех выпустил. Будем надеяться, что на хороший исход. Самое главное, вышку снять нам. Вышку победим, дальше будет легче. Ну, в принципе, они разбили нормально. Все можно на 100% выполнить. На все 3 звезды мы выиграли это задание. Получили 200 энергии и 200 токсинов. С премиум вы бы получили на 20% больше. Так, ладно, нам не нужен премиум. А вместительность будет больше у нас. Сейчас у меня 20 войск, а могло быть до 30 аж на. За 58 можно мгновенно улучшить за кристаллы. Да, давайте улучшим. И здоровья будет больше. Мне кажется, это правильно. Улучшите ратушу до 3 уровня. Так, пока что оставим. Сколько, кстати, кристаллы стоит? В принципе, не такие они уже дорогие. Смотрите, допустим, за 10 голосов это 1055 кристаллов всего лишь. Можно 130 тысяч кристаллов. Нифига себе. За сколько голосов? 1000 голосов? Офигеть, кто-то, представьте, покупает 1000 голосов, это жесть. Ладно, мы пока не будем, нам пока и так неплохо живется. Так, ну что, нам еще предстоит делать. Давайте сначала заберем награду свою. Это не появляется новое задание. Так, подготовьте войско солдат. Пора атаковать противников. Использовать в боях армию солдат. Кстати, я... А, вот, я же этих тоже создавал. Его не знаю, победим или нет. Но эти-то стреляются. Издалека, эти вблизи. Не, мы так проиграем. Все погибли. Домой. Короче, нам надо нанимать. Так, давайте создадим вас. Мгновенно вас сделаем. Токсин, кстати, надо купить нам. Предлагаю 1000 сразу купить. Открывает войско. Улучшить за 1000. Завершить предыдущую постройку и освободить строителя. Я думаю, мы минуту подождем, ничего страшного не будет. Так, можно вот этих войск пока создать. Ничего, мы дождемся создания. 20 человечек можно создать максимум. Ух ты, уже 4000 стоит. Дороговато. В принципе, нам пока и так неплохо живется. Так, улучшение аккумуляторов позволит хранить больше энергии. Улучшим аккумулятор до 2 уровня, да, согласен. Токсин надо купить. У нас кристаллы заканчиваются, ребят. Так, а за выполнение задания нам мало дают задания. Ну, всего дают мало очень. Так, улучшение аккумуляторов позволит хранить больше энергии, но я же делал.
Так, армия у меня уже накопилась. Я думаю, можно в бой пойти. Я думаю, сейчас мы должны победить. Я думаю, они должны справиться. Больше не будем никого нанимать. Так, адаптация. Это что такое? Чем быстрее мы, что ли, завершим, тем больше дадут нам. Нет, походу, нам и так дадут ресурсы. Так, окей, завершили. Так, 100% общий урон. Домой. Блин, количество токсина. Я хочу еще больше. Можно токсина как-то улучшить? За 600 энергии. Завершить мгновенно, чтобы можно было. Так, что там по заданию? Давайте сначала вот это заберем. Это тоже можно выполнить. Так, новое. Улучшение склада токсина позволяет хранить больше токсина. Улучшить склад токсина до 2 уровня. Улучшили. Так, для успешной защиты вашей базы необходимо огородить ее стену. Постройте стену. А, у меня энергии нету. Так, жмем на стену. Где же мне ее начать строить? Ну ладно, пофиг, потом сделаем нормальную. Так, создайте войско метателей. Это отличные стрелки. У меня пока предостаточно метателей, я так понимаю. Сколько у меня вообще войск? За 10 голосов можно 1600 кристаллов можно купить. И плюс дадут нам строителя и еще кого-то. Ладно, мы подумаем, пока не будем. Завоеватель получит 10 звезд на карте компании. Это тоже нам будет давать награду. А, можно приближать и отдалять. Прикольно. Как-то я неудобно сделал, сложно это все огородить, слишком дорого будет. Так, давайте эти тоже улучшим. Ладно, пока что хватит. Пойдемте дальше атаковать. Так, 8 вот таких солдатов. 8 и стрелков. Думаю, должны разгромить. На этого надо нападать.
Надо пушку уничтожить, иначе нас убьют. Трое всего лишь осталось. Ну да, надо было с другой стороны, что ли, пускать. Общий урон, так. Все очень плохо. Придется заново создавать. Кстати, а только вот этот склеп может. Этот склеп может только создавать вот таких. Так, кто такой, интересно? Давайте соберем таких. Таких 10, всех по чуть-чуть. Что, все созданы? Скоро можно будет в бой. Кстати, а что если еще можно, ну, еще разок улучшить? 2000 стоит. Токсина. Мне тут токсичные склады, что ли, улучшить? Чтобы больше токсина можно было производить. Так, коллега, ваша ратуша нуждается в улучшении. Скорее займитесь этим. Дороговато. 1600. Давайте улучшим ратушу, что поделать. Так, что еще можно улучшить с вами? А теперь пробуйте ваших метателей в деле, они принесут немало побед. Так, обязательно посмотрим. Так, улучшить. А что можно еще за энергию улучшать? Давайте в бой попробуем их использовать. Смотрите, эти какие быстрые с фонарями бегают. Чем они, интересно, помогают вообще? Одни стену ломают. Эти очень быстрые. Я думаю, они слабые. Хоть и не быстрые, но слабые. Так, теперь могу больше токсинов хранить. Количество энергии, так. Давайте, надо все улучшать нам. Замечательно. Так, теперь могу создать войско. Кстати, я хотел ратушу улучшить. 2000 стоит. Ладно, потом. Пока этими обойдемся. Так, теперь метатели создадим. Так, ну и простых.
Пускай строится. Обелиски заполнены. Создание из... остановлено. Вот он, обелиск. А нельзя еще построить один обелиск? Убрать все, нет. Нет, не надо выход. Хотите выйти из режима конструктора, да? Так. Мне нужно магазин строительства. Добыча. Я смотрю, где обелиск-то у нас. Нифига себе, сколько он стоит? 20 тысяч энергии. Строитель. А тут нам предлагают вообще бесплатно строителя. За 10 голосов. Может, как-нибудь потом, в другой раз у нас получится. Так, создайте свою армию грабителей для того, чтобы заполучить максимально ресурсов в бою. А, грабители помогают нам ресурсы добывать. Хорошо. Сколько нам? 10 штук надо. Это сильно дорого. Рад, что давайте... А, 2 часа, давайте побыстрее ее сделаем. Архитектор. Так. Круто. Что нам дает ратуша? Много-много ресурсов дает. Сколько? 1600. А я хочу максимально, чтобы 2000 было. Это мне надо тебя еще раз улучшить. Так, это тактичная вышка. Так, что я могу еще улучшить-то? Улучшить тактичную вышку до 5 уровня. Вместительность плюс 3000. Согласен. А, ее же надо еще завершить. Склады надо, что ли, строить? А где у нас склады, кстати, правда? Это аккумуляторная. Убрать за 3000, нифига себе. Склеп. А, вот же склады. Я еще где они? Все, теперь мы можем максимально много хранить. Вот, теперь мы сможем с вами улучшить. В склеп улучшим. 3 часа. Давайте автоматически хочу сделать. И создадим с вами вот этих гигантов. Нифига себе, они дорогие. Обелиски заполнены, создайте видов приостановлено. А обелиск стоит 4000, чтобы его улучшить. Плюс 5. Что ж, давайте приступим. А, мы этих делали разве? Хорошо, давайте атаковать. Еще одну деревушку захватим.
Так, смогут ли они противостоять? Еще одна пушка осталась, надо ее бить. Глупые самаритяне, или как вас назвать? Не, мы так явно проиграем. Скорее всего, проиграем эту битву. Так, ничего не могу, ресурсов заработали. Так, создание. Ладно, давайте громилу уже делать. О, громил долго будет строиться. По 2 минуты каждый. О, можно еще раз улучшить. И купим максимальное число токсинов. Хочу с вами все-таки, блин. Все, давайте попробуем улучшить еще обелиск. Да, но он будет долго с вами создаваться. Вот. Хотя бы один громил бы был, нам бы уже легче было бы, проще. Так, обеспечьте вашим войскам комфортное место пребывания. Чем больше обелисков вы построите, тем больше количество войск можете разместить. А, вот еще один обелиск. Давайте рядышком также поставим. Все, теперь у нас будет больше войск. Это очень круто. Можно вышибал сделать еще. Хотя нам еще громилу надо построить. Давайте сразу максимально быстро сделаем. Так, что ж, атака. Сейчас мы заберем награду свою. Такой рассказ: дайте свою армию грабитель для того, чтобы заполучить максимальное количество ресурсов. Ну пусть делаются, пока мы в атаку пойдем. Давайте создадим громилу. Так, прорвались внутрь. Пускай грабители грабят. Вышибалы хорошо на себя урон берут. Ну, прикольная игрушка, мне понравилась. Так, победили. Домой. Правда, энергии очень мало. Так что придется нам скоро покупать с вами бонус. Ежедневные здания тут всякие, награды за выполнение. Ух ты, 5 каких-то ниндзя мне дадут. Вы собрали токсинов. Нужно собрать за 12 часов 100 тысяч токсинов. Атакуйте других игроков и собирайте необходимое количество токсинов. Выполняя это задание, вы можете бороться за призывы с другими игроками. Групповой рейтинг, соперники. Так, а как приступить-то, интересно? Групповой рейтинг. Общий рейтинг. Давайте еще раз нападем.
На, получится, нет? У меня всего лишь двое громил. Навряд ли они что-то смогут сделать. Давайте сразу сдадимся. На самом деле никого не осталось. В общем, такая вот игрушка. Что-то мы задержались с вами. Битва зомби. Мне она понравилась. Обязательно будет продолжение. А пока что стоит попрощаться. Ребят, всем удачи, всем до скорого. Впереди еще будет много чего интересного. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. И пока-пока.